Я жил в том районе, который непосредственно будет недалеко от планируемого, так сказать, строительства. И меня всегда очень раздражало то, а я тогда был гораздо моложе, раздражало то, что ветер всегда дует вот оттуда. И несет с собой этот ветер всякие гадости. Всякие гадости, становится трудно дышать. Но мы, как жители всего города Орска, знаем, что с Новотроицка хорошим не пахнет. И когда ветер дует, а он чаще всего дует именно в сторону жилого комплекса, в этом жилом комплексе проживает около 60 тысяч населения –